хорошо, очень хорошее начало, очень аккуратное, деликатное, все очень здорово. Единственное, что немножко более рельефно хотелось бы динамику управления иметь, да, чтобы у нас соль разрешилась фа, то есть фа, да, не на одной динамике соль и фа, да, а все-таки к соль, да, аккуратней фа диез. Ну-ка. Можно в каждой, ну не в каждой, конечно, фразе, но здесь, в принципе, уместно сделать и небольшое замедление. Да, перед началом следующей фразы, например, соль. Касание совсем легенькое, отсюда дыхание берем, да, от ми. Да, и дальше небольшое челеранды и крещендо, но деликатно, да, без маркатного, да, без такого подчеркнутого баса и тремоло само по себе легче. Рановато крещендо, да? То есть ты должна крещендо только кля сделать. Вот, хорошо. Ровненько выстроить динамическую линию. Очень хорошо, очень хорошо, молодец. Да, вот отсюда аккуратнее с басами. Да? 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 Сейчас я следующую струнницу. Да. Еще разок от ре диеза. Вот здесь, да, вот здесь бас, смотри, ля, да, чтобы он не выстреливал. Хорошо, да, разрешение. Два последних си, да, в том числе последний, прям совсем последний си. Три и, да, три и, да, чтобы он не... Да, чтобы не было вот этой затакты, да, только сюда. А до этого целый вот этот аккорд, да, разрешение тоже аккуратненько, тихо. Ага. И знаешь, все-таки, даже если форт, то немножко помягче, да, но все-таки эта молитва должна звучать как молитва, не вламывать прямо с акцентом первый бас, а тоже, в общем, как-то аккуратнее, да, деликатнее. Стоп. А середина в басах, да? Да, аккуратнее вот с этими... То есть ты должна мелодическую линию держать достаточно плотно, но тоже, да, не резко, не резко, мягко должно быть плотность, она тоже бывает разная, так или так, да. Вот, а басы, да, там, значит, в серединке, первый бас, а вот с, особенно с открытыми, да, открытая, да, си, вот с ней аккуратнее. Чуть-чуть можно соль диез, да. И опять открытая си, аккуратнее. Не нужно его поднимать слишком вверх. Угу. А вот здесь можно, можно глиссандо на третьем пальчике попробовать, си, да? Вот отсюда. Thank you.
этот соединение нам очень важно, потому что здесь довольно длинный переход, да, с 10-го лада на 5-й, 3-й идет. Да, чтобы вот это соединение было слышно и не рывком, да, без резкого движения, а прям вот проведи, да. Ага, только совсем уж не замедляй, не приседай. Еще хочется больше. Вот прямо вот эти переходы, да, вот давай, вот помнишь, мы тогда с переходами работали, вот это один из, на который нужно обратить больше внимания. Да, вот эти соединения, на них тоже время на переходы требуется, это их время, поэтому не торопить, но и уж слишком, да, тоже останавливаться нельзя. Третий. Ты, знаешь, по-моему, отпускаешь немножко раньше времени. Здесь, понимаешь, сила, надо распределить силу прижатия, да. Вот третий в основном. Здесь-то не нужно слишком мизинцем давить. Да, вот сюда нам нужен. Вот вторая струна прямо, внимание. Да, да. Почти. Очень хорошо. Теперь осталось это сделать не совсем а темпо, но и уж замедление, да, большого не нужно делать. Немножко просто спокойнее сам переход. Больше до диез, да? А там очень хорошо было прозрачно, прямо ткань, все слышно хорошо, мелодия, бас, аккомпанемент. Молодец. Вот здесь не хватает немножко ля диеза, да? То есть басы первые все-таки имею в виду, да, что они должны быть, особенно вот в эти, да, водные, до диез, ре, или здесь ля, си, да? Вот здесь, да, пропал бас тоже, да, здесь хорошо, а потом фа диез, да, тоже, фундамент, основа нам нужна. Ну, давай еще разок, знаешь, откуда, вот с этого перехода еще раз, давай повторим, не спеша, да. Да, то есть третий у нас прижимает, запястье, в принципе, оно свободное. Вот эти первые, имею в виду, их нельзя, чтобы они пропадали. Вот, а серединка аккуратнее, а басы, да, и то тоже. Смотри, да, что же, например, до диез, например, ре тише, потом ми, потом ми, си тише, да, они не все должны быть равнозначные. Да, перед затактом. Фа, си, фа, ре. Вот здесь вот аккуратнее. Вот здесь пиано. Вот, да, вот это. Да, чтобы он... А можно заранее немножко? Получится заранее где-то, да, взять? Не увлекайся, аккуратней с третьей струной. Полегче.
Так, не спеши здесь. Хорошо, хорошо, нет, все хорошо. Да, вот здесь вот устойчивее хочется вот этого баса. Да, на последней ноте квинтольный П палец на шестую струну заранее. Да, и вот здесь вот Си, кстати. Да, чередование четвертая, вторая, четвертая, вторая. Вот со второй струной будь аккуратней тоже. Каждый аккорд тоже не спеша. Хорошо, хорошо, да. Баса первого не хватает, бас первый, бас ми. Немножко не хватает. То есть основы, да, основы фундамента. Бас. Тоже, да, отклонение небольшое от темпа может быть. Почему нет? Разрешение в ми мажор приходим, да, немножко подчеркнулись. Так, не забывай про серединку. Бас первый плотный фундамент, а серединку легче, легче, да, не нужно каждый бас с акцентом играть. Хорошо. Не хватило немножко лязь. Устойчивости, да, си, ми пришли сюда. Не торопись, не метрономная игра, немножко свободнее, да, свободнее. Глиссандо добавляй, добавь поплотнее глиссандо, тоже сила прижатия, мизинец здесь нужен. И смелее сюда выход. И здесь тоже, да, отсюда, потом, значит, первое глиссандо сюда и отсюда. Опять кля, да, не торопись, веди, веди, первая струна, мизинец. Немножко перекос происходит в сторону не четвертого пальца, не первой струны. Силу распределять нужно равномернее. Прижатие. Да, вот здесь, по-моему, вот прям хочется, чтобы ты мизинец провела, да, с 14 лада по 5, не акцентируя свое внимание на втором, на четвертой струне. Не, да? То есть все внимание на переход. Перед переходом притормози, да, темп немножко снизь, и прямо этот переход соедини, чтобы идеально соединился фа, диез, ля. Да. Теряешь. Да? Вот, другое дело. То есть вот эти все переходы, понимаешь, их тут очень много, и короткие, через весь гриф, да. Вот их все нужно проработать именно в медленном темпе. Ну, я смотрю, у тебя там сейчас намного все это лучше, позанималась этим, да, так, причем изрядно, да. Вот, но тем не менее, все равно нужно на это обращать внимание и не забывать, да, вот прямо с самого начала, да, все переходы, да, здесь один из таких, да, показательных. Они же бывают там и коротенькие, да, то есть там через лад, там вот эта смена по одному ладу.
прямо конкретно сосредотачиваешься вот на этом, на этих периодах. Да, и ведешь это глиссандо, соединяешь одну ноту с другой, да, а с одной позиции с другой позиции. Все, приоритет, конечно, мелодия, естественно. Хотя нет, там, ну, потом дойдем до этих мест, где у нас там глиссандо у нас связующие, да, как раз серединки получаются в аккордах. Еще разок с переходов. Только не акцентируй. Басами аккуратнее. Вот смотри, с мелодией ты очень хорошо сейчас ее слышишь, управляешь, все хорошо. А вот басы иногда не контролируешь. То есть они у тебя равнозначные, как, знаешь, вбиваешь каждый бас. Что шестая струна, что в середине. Да? Вот аккуратнее, да? Все-таки помни про раз и два. Раз. Мелодия. Да, тут у нас сложность в чем? У нас вести линию мелодическую и фразы строить, понятное дело, да? А еще плюс разделить первый бас, фундамент, основы, а остальные отнестись как аккомпанементу, аккуратнее играть. И еще плюс, особенно обращаю внимание, если встречаются у нас открытые струны, они у нас лезут прямо вверх, поэтому их нужно совсем аккуратненько с ними, особенно вторая струна в основном. Давай, и дальше. Переход и дальше. Не спеши, не ускоряй. Угу. А так хорошо. Чуть-чуть ускорила, перед ми мажором можно было, да. Здесь. Так. Не спеши, то же самое, да? То есть все переходы, то есть отнесись к ним более ответственно, но как ответственно? Не в том плане, что нужно их сыграть метрономно в темпе, да, ни в коем случае. Наоборот, ответственно, что их нужно красиво сыграть, внимательно к ним отнестись, ко всем. Не торопись на этот аккорд. Это не этюд, молитва. Еще вот этот достаточно сложный, да? Вот. Давай, все переходики, чуть-чуть сейчас мы темп будем снижать намеренно перед ними, чтобы их послушать каждый. Хорошо, вот здесь, да, немножко. Да, вот здесь соединение. Ну, ты поняла, да? Здесь нужен мизинчик, не терять силу прижатия, да, вести, да. То же самое, да? Здесь, смотри, обрати внимание. Да? Давай еще разок заранее вот отсюда, выход сюда и носи потом, да? Сможешь? Ну да, хорошо, с ми мажора. Или отсюда. Первые басы не теряй внимания. Даже вот этот фа диез, да, сейчас был, нет, вот здесь был фа. Да, совсем, чтобы он уж не пропадал. Всю точку, да? Ну, немножко небольшое, но не
слишком, да, чрезмерно, не нужно сделать даже вибрато. Ну и куда пропало и вибрато? Хорошо, хорошо. Получается еще вибрато больше. Конструкции разные в гитарах, я понимаю. Сейчас мы можем поменяемся, кстати. Попробуешь на этой поиграть. Тяжеловато. Ну что, мензуры одинаковые. Мензуры одинаковые. Я не знаю, что с ней надо. Может быть расстояние между струн. Да. То есть, в смысле, от струн до грифа, да, немножко, может быть, здесь выше. Но не критично. Ну, попробуем сейчас. Ну-ка, давай, пока это место, хочу просто сразу, чтобы было понятно, насколько конструкции влияют, да, на изменение каких-то тембров, подвижности. Да, и еще, да, если ты хочешь сыграть глубокое вибрато, да, то есть не пою, можно, то есть ты еще влияешь на струну силы прижатия, да, оказываешь большее давление, да, тогда у нас вибрато, нет, здесь гитара тоже нормальная, кстати, отзывчивая. Ну-ка, так. Третьим, да, играешь? Нет, вторым. А, вторым играешь? Сейчас, секунду. Ну-ка, а если посильнее прижать? Так, сейчас момент. Значит, слабо прижимаешь. Второй палец слабый. У меня ноготь сейчас, прошу прощения. П. Вот, ага. Успокаиваю. Диминуэндо, сразу. И ровненько линию. Да, хорошо. То есть, понимаешь, да, если ты хочешь больше вибрато и еще плюс к этому вибрато добавить тембральную окраску какую-то, смену, да, тембра, то нам приходится тогда играть... с большим давлением, больше прижимать, просто сильнее прижимать, да. Ну, кстати, да, почти, да? То есть у тебя П примерно как мой мизинец здесь. Ну, в общем, надо тренировать. Ну, на этой конструкции все-таки согласен, что здесь немножечко посложнее управлять тембром. Так, можно еще разок то же самое, сначала бариус. Но давайте попробуем немножко поэкспериментировать с высотой подставки. Можно на одно деление ее пониже опустить? Ну, это совсем низко. Нет, это как раз-таки хорошо. Я бы хотел, чтобы именно гитара была немножко ниже, чтобы нам локоть чуть-чуть разогнуть побольше. Во-первых, гитара в пол не должна смотреть, да, немножко, ну, то есть не строго, да, перпендикулярно полу, относительно полу инструмента, а чуть-чуть под небольшим, да, с небольшим, да, наклоном, чтобы звук проецировался у нас вперед, да, а не в пол. Угу. Чуть-чуть вверх, да, немножко, да, хорошо. Но немножко, не хорошо. Так. Хорошо. Вот. И ниже, чтобы у нас локоть, предплечье точнее, на обечайке, немножко опустилось, и локоть таким образом разогнулся. Да? Вот, к чему это приведет? Я думаю, что это приведет к тому, что будет более, так скажем, свободно будешь себя чувствовать в запястье правая рука, и тем самым можешь управлять тембрами. Когда гитара высоко, здесь больше изгиб, особенно если, например, это касается, ну, в данной пьесе у нас пассажей нет, и... мелодия у нас ниже второй струны, по-моему, не опускается. Первая, вторая, да. Но вообще, в принципе, если когда играешь на басовых струнах, то вот это вот изгиб локтя, да, в локте, плеча, да, предплечье. Очень трудно играть на басовых струнах, да, приходится еще выше локоть задирать, и приводит к тому, что просто здесь напряжение возникает. А в принципе, плечо должно быть опущено, все хорошо, ну и здесь тоже, да. Вот. Ну, сейчас немножко непривычно, я понимаю, да, но тем не менее, давай попробуем. Кстати, это в принципе должно и неплохо сказаться и на, в общем, даже тремоло, когда тиранда, да, у вас прием, понятное дело, чем так, когда мы подгибаем немножко пальцы, прямые, да, сделать в естественном положении. Не так? Угу. Давай попробуем сейчас еще то же самое.
Темп, ну, ты смотри сама, темп, значит, можно выбрать. Сейчас, можно секундочку. Ну-ка. Да. Еще, знаешь, один момент. Здесь очень все тонко. Вот угол, да, угол атаки по отношению к струне. Поставь руку. Так, да? Ага. Вот главное, чтобы все-таки, да, часто очень наблюдаю, что запястье у тебя разворачивается немножко сюда, и поскольку этот разворот, знаешь, он дает именно больше плоскости ногтя по струне, да, когда у нас немножко запястье сюда. Вот чуть-чуть освободить вот здесь, да, чтобы у нас рука имела более естественное направление. Или так. Или так. То есть вот это больше сторона ногтя. Да, которая КП у нас, да? Ну-ка, немножечко. Сейчас, хорошо. Так, ну-ка сейчас немножко плотнее, да. Чуть-чуть, вот темп медленнее. Я хочу сейчас просто послушать тон низко. Да, то есть, понимаешь, здесь должна быть высокая составляющая в тембре. Обязательно должна быть высокая составляющая. Но с каким качеством она, да? На ней тоже нужно работать. То есть... Да, не в эту сторону искать, да, звук, тогда он все равно одинаковый. Ну, еще и с призвуком. Ну и высокую, да, как бы убираем совсем верхушку, у нас тогда съедается атака, нет такой четкости артикуляции, да. Ну и, собственно, и прием не будет звучать так ровно, если мы будем руку держать параллельно, более параллельно струны. То есть скольжение так больше, да, ногтя по струне, но... При этом у нас съедается, да, именно четкость атаки и артикуляция. То есть в этом положении тоже есть скольжение ногтя по струне. Это не перпендикулярно мы играем, да? Не так. Вот так нет совсем. Вот так рука посвободней и тоже есть. Но просто в какой степени оно? Да? И есть высокая составляющая, и красивый тон при этом. И приемы все звучат, в общем-то, да? Ровно, да? И без особых напряжений. Ну, естественно, мы должны некоторые правила, да, соблюдать. Большого палец, да, его независимость, самостоятельность, когда мы играем по басам, да, чтобы он руку за собой не тащил. Вот, ну, значит, по поводу звука, да, еще разок, да. Гитару опустили, разворот вот этот немножко убрать. Да, здесь даже 1 градуса нет, тут поворот совсем незначительный. Не то, что поворот, а вот просто как ты вот кладешь, да. И не подворачиваем вот в эту сторону. Да? Ну-ка, медленно. Сейчас, секунду. А можешь прямо вот сейчас, вот как ты играла до этого, просто хотя бы первую струну, да? Первую струну. Поменять немножко. А, момент. Ну-ка, еще разок. Секунду. Вот смотри. Ты сейчас ставишь... подушечку, у тебя подушечка стоит на струне, я смотрю, то есть до ногтя примерно 3 миллиметра еще расстояние не пойдет. Таким образом, если мы будем так играть, что касается тремоло, да, темповые части какие-то, да, здесь все-таки вроде характер пьесы, он такой напевный, лирический, да, но много, но мелкой техники, много мелкой техники, здесь нужна очень именно точность, и чтобы идентично была, точность была одинаковая везде, и М, и А, да, касание струны, где, в какой точке. Много подушки, призвук будет, призвук, да? Только ногтем, но касаемся подушкой, верхушкой, да, вершинкой подушечки касаемся струны. Не едем мякотью по струне, а потом ногтем, да, со струны, а сразу ноготь должен быть в контакте со струной, да, то есть вот здесь струна. То есть, по сути, между ногтем и подушкой, да, ну-ка, да, сейчас, секундочку, можно, давай поменяемся инструментами. Thank you.
точечку поменять, да? Причем обещайте. Нормально так? Нормально. Нормально? Непривычно, но нормально. Так, очень хорошо. Я слышу, во-первых, есть разница, но тут главный момент в чем? Не бей с воздуха в медленном темпе, когда отрабатываешь тремоло. Не, да? То есть ты попадаешь, все нормально. Амплитуда замаха ни к чему, зачем она здесь излишняя, особенно когда мы переходим на вторую струну, зачем? Ну, цеплять просто будем соседние струны, или ударность у нас будет удар, да? По струне дополнительный призвук, не надо. То есть каждый ноготок, он соскальзывает со струны, но при этом не бьет, да? В таком темпе, вот как раз таки в таком темпе нам бы больше, да, вот этого контакта в таком темпе. Так, момент, что я говорил, да? Знаешь чего? Вот палец с воздуха бьет по струне, причем так с амплитудой примерно 3 сантиметра. Да. Прямо каждый сейчас со струны. Но не отрывисто. М бьет. Теперь А хорошо, И хорошо, М бьет. Да, тоже. Со струны послушай тон. Да, старайся, чтобы со струны в медленном темпе все пальцы играли. Да, так ты можешь управлять тогда и динамикой, и ровностью, тембральной ровностью, да, и динамической. По сути, это вот на локоть слишком не нужно класть. Даже вот при наличии вот такого инструмента большого с мензурой 660, и у тебя рост не 1,90 м, но тем не менее на локоть не нужно. Да, где-то посерединке, ну, может быть, у тебя будет немножко ближе чуть-чуть к локтю, не к запястью. У меня вот удобнее как раз, когда это вот центр или даже немножко ближе к запястью. Если я положу на локоть, я округлю запястье, тогда звук у меня будет от, получается, от деки, да? То есть, да? А так он просто мимо вскользь соседней струны. Ну, тиранда, поскольку у нас тремоло играется, поэтому вскользь. Он тоже должен играть со струны, да? Ну, пусть будет немножко отрывисто сейчас. Хорошо, нон легато. Не стаккато, но нон легато, да? Поиграем. Ощущения в правой руке, вот немножко вот педаль, ну, подставку опустили на одно деление, есть какие-то ощущения, или пока непривычно? Или немножко чувствуешь, что да, поскольку она у нас, насколько на сантиметр хотя бы 3 опустилась, наверное, 4, да? Вот здесь, да? Что, есть какие-то, разница есть, нет, пока не поймешь? Я пока не знаю, по-моему, нет. Так, ну, в таком случае тогда нет смысла задирать выше подставку, если ты уже не чувствуешь, даже опустили, вот тогда не нужно. Хорошо, а если еще ниже опустить? А, ну в принципе нет.
Она тут совсем близко. Так, главное, чтобы, да, голова инструмента не была выше собственной головы. Потому что часто замечал, что бывает, да, многие поднимают, она вон туда, да, в небеса. Гриф. Он должен быть вот на уровне, ну, уха, глаз, вот как-то так, не выше. Хорошо. Да. Так, давай-ка в темпе сейчас пьесу на этом инструменте попробуем. Фары, да? Давай, фары. Очень важна, и над ней работать нужно в медленном темпе. Хорошо. Вот, в медленном, да? Не наигрывая, это очень часто бывало. И чтобы в медленном темпе, на полной динамике, сохранять свободу запястья. Учитывая еще один такой момент, то есть имей все время в виду, да, когда ты играешь какие-то сложные аккорды с бары, переходы, и здесь требуется больших усилий в левой руке, чтобы в этот момент правая сохраняла свободу. Да? Или здесь... зажимать.
даже иногда себя проверять, с тиранда на паянда переходить в медленном темпе, да, допустим, и слушать плотность, чтобы ухо привыкало немножко, да, не... не поверхностному звуку привыкало ухо, а более плотному. Потому что связка, да, ручки и слух, она очень-очень важна. Это очень все должно идти близко, рядышком, плотно. На паянда перешел. Конечно, он не будет тиранда такой же по, да? По плотности, как и паянда, но тем не менее... Надо подтаскивать, да, чтобы тиранда у нас не был поверхностный. И ощущаешь тактильно каждый палец, каждый. Не бьешь с воздуха где-то там в серединке, А или М, часто очень бывает. А он должен со струны, да, в таком темпе ты должна проконтролировать его соскальзывание. У меня сейчас не вышли, опять А. Вот над силой пальцев и над динамикой можно поработать таким образом. Вообще, в принципе, взять крайние, да, крайнюю степень, ну, на форте поиграть все это. Конечно, чтобы не трещало, звучало благородно и мягко, но максимально, что можешь сделать. Имеется в виду, конечно, это мелодическая линия. Бас не нужно колотить каждый. Особо не варьирую, да, не делаю крещендо и диминуэндо, я просто играю ровно на крайней динамике, на самой громкой, на форте, да, вот, и слушаю тон, слушаю качество звука, конечно, слушаю, и ощущения, привыкаю к ощущениям, то, что это тут тренировка, спортивная часть, никуда не денешь. В этом темпе, да, все переходы с глиссандо, конечно же, тоже, да, отслеживаем, контролируем. И можно в таком темпе каждый нюанс не пропускать, как под увеличительным стеклом рассматривать не только плотность, да, но красоту, все, вибрато, тембр, да, прорабатывать, да, где у нас вибрато, там мы прижимаем немножко сильнее, да, тембр как меняется. Не сильно прижимать. Это все влияет. Вибрато. То есть, в смысле, не вибрато, а глиссандо, да? Вот здесь у нас в основном четвертый палец. Да, сля. Сюда, да? Здесь, ну, здесь четвертый в основном, соль, ми. В процессе такой игры, да, в медленном темпе, я могу варьировать и тембры, и темпом управлять. Боль чуть-чуть можно подвижнее, чуть-чуть медленнее, наоборот, где нужно внимательнее проработать какой-то переход и тембральную краску. Потом еще и штрихи могу менять в этом темпе. Могу перейти с длинного, да, звучания каждой ноты на отрывистое, на стаккато. Особенно, где у нас встречается вторая струна, поскольку здесь у нас амплитуда замаха должна быть минимальная, но при этом еще сохранить динамику нам нужно, плотность сохранить нужно, да? Вот, например, да, вот здесь. Поэтому я могу, в принципе, стаккато играть. Главное, что...
чтобы это стаккато потом не переносился у нас в тот вариант, когда мы уже исполняем это на сцене, потому что ни в коем случае нельзя, чтобы у нас оно звучало вот так вот примерно, да? Тут должна быть легкость в касании. Тем более, если у нас уже там и динамика, да, от двух пиано до форте. Я об этом уже много раз просто говорил, да, что каждый бас у нас сначала идет вперед, а мелодия с запозданием меняется. Вот здесь это очень хорошо слышно. В этом темпе это можно и нужно контролировать. Вот здесь не получится. Здесь очень хорошо. Вытаскиваю мелодию, мелодическую линию, аккуратно обхожусь с середины, особенно со второй струной, да? Первый бас, да. Аккуратно, вторая струна. Нельзя. И то многовато, можно еще аккуратнее сыграть вторую струну. Тоже маленькие переходы, но глиссандо, они тоже можно и нужно их сопровождать, поскольку нам очень связаны должны быть все переходы. Да, здесь первый палец у нас в основном участвует в глиссандо. Второй тоже, но второй здесь соседние лады. А первый через лад. Да, поэтому здесь то внимание. Это не пальцами дело, а просто да, разворотом запястья. Да? Так, 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 так. И они сами становятся на свои места. Здесь. Да, вот прямо вот с таким вот запозданием, да, играю. Точнее, даже левая рука с опережением, правая с запозданием. Но соединение есть. Сначала бас. Да, бас. Потом мелодия. Значит, вот на эти нюансы все время нужно обращать внимание. Хорошо. Самое главное, да, чтобы у нас рука не уставала. Не забываем, что это сила каждого из пальцев при свободном запястье, предплечье, плеча.